И всем привет-привет! Сегодня с вами Даша, и сегодня поиграем в мобильную игру Panga Story Time. И давайте начнем с этого, именно с этого. О, это что такое? О, тут какие-то шторки, может быть сейчас театр? Опа. О, смотрите, какой лев. А выглядит, а похоже на лису. Это что за кольцо? О, смотрите. Молодец, молодец. О, давай. Ю-ху. Молодец! О-о! Да. Да-да, вот такие проблемы и бывают. И все равно хлопает, но он молодец, конечно. Опять, и опять лев там будет стоять. Нет. Да что такое? О, это клоун! Привет, клоун! Кстати, у меня в садике был знак. Знаете кто? Клоун! Пока, клоун, улетай! Я буду помогать ему! Падай на торт! Быстрей! Падай на торт! Ты зачем? Мы же его готовили целых 2 месяца, а ты... И что теперь сделать с тобою? Что нажать? А тут и нужно выяснять, что нажать. Я поняла. Все. Обалдеть, необычно. Так, придумали просто вот так. Опять. И опять какая-то проблема, да? О, фокус! Заходи, заходи. Что-то я боюсь. А? Что вы делаете? Что? Что это такое? Что опять за проблема? И у меня теперь проблема. Мне, блин, не разукрашивается. Все разукрасилось. Нет. Все? Чуть-чуть. Давай! Да наконец-то. И что опять я тебе не дорисовала? Все. Где он? Обалдеть! Какой фокусник, выдумщик! И, конечно же, опять что-то нужно. Ну и что теперь на этот раз? Лисенок, привет! Цирк-цирк! Я циркач! У меня целых много шариков! Привет! 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 Молодцы какие! Но сейчас, мне кажется, их не удержат. И все прыгают. О-оу! Все. Еще что-то.
О, как прикольно это было! И конфетти посыпались. Ну все, пока! Зу-зу-зу. Смотрите, все. Сама панго держит. И потом... Смотрите, какой силач. Вообще, вы видели? Вот так ручки растут. Вот так, в принципе. А это что? Давайте заходить. Ну и что тут такого? Ля-ля-ля-ля. Я хочу велосипед. Обязательно одень вот шлем и возьми воду. И теперь только едь. Теперь он поехал. И кажется, столкнулась проблема. Камни. Все, проблема решена. Поехали дальше. Ну и куда ты уехал? Теперь нужно перепрыгнуть. Даже не перепрыгнуть, а избежать ямы. Я не могу на это смотреть, потому что у него столько много грязи. Ой, кажется, тяжело стало подниматься. Уф. Все? Жарко? Вот тебе вода. Пей, пей, пей. Теперь дальше катись. Красный цвет. Красный заканчивается. Приготовились. Начнем. О-о-о. Кажется, сейчас лисенку не повезет. Все еще зеленый. Да ты быстрее едь, пока красный не загорелся. Ой, ну вообще. Что-то не проезжается. Опа. Это так было тяжело. О-о, кажется, тут нужно построить. Ага, эту вот сюда. Эту можно вот сюда. Эту вот сюда. Это вот сюда, и это вот сюда. Теперь катись, да не бойся. Оп. И куда ты укатился? О-о-о. Ура, велосипед. А где он сам? А бутылку воды ты не забыл? И что тут такого нужно, может быть, отдать? Нажимаю на него, на велосипед, ничего не происходит. Берем. Куда отдать? Может быть, самому зайцу? Я поняла. Вы видели два зайца? Кажется, это маленький самокат. Хотя нет. Поехали дальше. Орешек нашла. Ой, ну как смешно. Вообще, прям апха. Хочешься. А вы любите разные истории? Я люблю истории, но так себе. Конечно, я люблю истории, например, вот как вот эти. А если книжки, то нет. Да, а вы любите? Это, как я уже сказала, я не люблю. Давайте начнем и начнем, узнаем, что начинается, но и потом закончится. Хотя,
Мы просто посмотрим, как оно вообще начинается. Смотрите! Обалдеть! Ну и на этом мы заканчиваем. Да, конечно. Извините, но я хочу сказать всем пока-пока. Сегодня с вами была Даша. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!